эфире видеоверсия радиопрограммы «Дежурный по городу». Она, напомню, выходит на радио «Арис» по будням с 10 до 16 часов. Здравствуйте. С вами Лариса Ковалева. И об итогах сегодняшнего дежурства. 19 сентября в России наступит театральная ночь. В преддверии открытия театральных сезонов стало красивой традицией проведение культурной акции «Театральная ночь», которая состоится уже в третий раз. В субботу в 18 часов для жителей и гостей города распахнутся двери Дома культуры «Рассвет», где состоится детское театрализованное представление «В гостях у Алисы» по мотивам фильма Тима Бертона «Алиса в стране чудес», артистами которого являются участники детской театральной студии «Буратино». После просмотра представления всех гостей ждет зажигательная дискотека со сказочными героями. Вход свободный. В эту субботу Кумертау примет третий этап чемпионата Башкортостана по мотокроссу. Соревнования будут организованы на трассе угольного разреза. На данный момент практически завершена подготовка к их проведению. Протяженность трассы составит порядка 2 километров, где предусмотрены подъемы, спуски, повороты, трамплины. Местность на угольном разрезе открыта, что позволит зрителям увидеть все трюки гонщиков. Для удобства болельщиков 31 и 43 «Газели» продлят свой маршрут до мототрассы. А для автолюбителей по пути проездом будут расставлены указатели. Соревнования по мотокроссу состоятся 19 сентября. Начало в 13 часов, вход свободный. Далее о происшествиях. Вчера полицейские города Кумертау задержали подозреваемого в квартирной краже. Злоумышленником оказался бомж. Во вторник он решил проучить жителей одной из квартир на первом этаже, которые периодически оставляли открытым балконное окно. Это и навело бездомного на мысль зайти к ним в гости, но в их отсутствие. Мужчина пробрался через окно. Его добычей стали замороженное мясо, одежда и ноутбук. Хозяин обворованной квартиры, обнаружив вечером беспорядок в доме, написал заявление в полицию. Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа изъяла отпечатки пальцев и следов злоумышленника, на основе которых полицейские вышли на след подозреваемого. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За прошедшие сутки в дежурную часть отдела МВД по городу Кумертау поступило 46 заявлений, из них 7 криминального характера. Шестеро обратились за помощью в медицинские учреждения. Сотрудниками ГИБДД выявлено 42 факта нарушения правил дорожного движения. Задержан один водитель в нетрезвом состоянии. Произошло одно ДТП с телесными повреждениями и 3 ДТП с механическими. С вами была я, Лариса Ковалева. Надеюсь, сегодняшний все. И увидимся уже завтра.